Работа, дом, дом, работа. Это скучно, считают члены нового женского клуба «Гармония». Поэтому решение создать очередной в городе клуб для представительниц слабого пола пришло быстро. Хотя в микрорайоне Юраково это не первый женский клуб, создание нового – большая радость и важное событие. Мы решили вместе ходить на экскурсии, мы ездили, ходили в театры. Даже летом девочки у нас ездили в Йошкар-Олу. То есть это все как-то объединяет девочек. Это интересно. И, знаете, вот даже раскрываемся как-то. Даже те возможности, вот, которые, вот, интересы, которые вот, мы не знали друг у друга, все это открылось. Чем непосредственно женщины занимаются? Сейчас вот последнее, что мы сейчас собираемся, это ехать в Казань 27 числа. Очень все хотят. И вот даже сейчас я только что договорилась, и мы едем в Казань, это же здорово. Поздравить с открытием клуба «Гармония» пришли глава города Олег Матвеев, депутаты городского собрания депутатов и члены других женских клубов города. Теперь милые дамы будут общаться, делиться новыми идеями, раскрывать себе новые таланты. Хочу пожелать женскому клубу, новому «Гармонии», всем членам, во главе председателя Оксаны Николаевны, вам творчество, активности, несите добро, благополучие в семьи женщин, в семьи ваших воспитанников. Дальше продвигайте общественное движение в нашем городе. Отметим, что совсем скоро в городе пройдет второй конкурс среди женских клубов, а в Новочебоксарске их немало. Кстати, Совет женщин города известен по всей республике. И его председатель Наталья Добрянская стала инициатором создания таких клубов. Как отметил один из депутатов горсобрания, директор музейного комплекса Новочебоксарска Александр Ильин, мужчина посвящает свою жизнь женщине. Я проверял и дети, внуков своих, на уже детей проверял. И я имею в виду мальчиков. По поведению, по повадкам, мы свою жизнь, независимо от возраста, посвящаем женщинам. Поэтому вы и пойте, и стихи читайте, и танцуйте для того, чтобы мужчин как можно это больше видели и еще больше вас любили. В рамках празднования открытия клуба в уютном зале прошла концертная программа. За чашкой чая женщины смогли обсудить планы клуба на будущее.